Какую молитву использовать, если вы вошли в состояние уныния, тоски, отчаяния? У верующего человека должен быть инструментарий. Я в некоторых видео об этом говорю. И сегодня поделюсь с вами тоже таким инструментом, который я сама получила от монашек одного женского монастыря. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Фатеева Елена, духовный психолог, школа «Дар жизни, дар слова». Для того, чтобы перебить вот это вот состояние уныния, вам нужно, во-первых, понимать, что за ним стоит темная сила. Просто так эти состояния к нам в душу не проникают. Они как бы просачиваются, но мы сами открываем им ворота. И вот этот бес уныния, он самый страшный считается, потому что он за собой ведет прямо как снежный ком целый легион. Человека можно через вот это вот отверстие какой-то мысли отчаяния или тоски, грусти, довести практически до самоубийства. Поэтому ни в коем случае нельзя до этого допускать. И лучше научиться ловить в начале, когда эти мысли только возникают. И неважно, какие события у вас в жизни происходят. У Бога нет вообще такого понятия, как беда, вот как мы себе это представляем. Все, что Он нам дает, это всегда все по силам и всегда для чего-то. Поэтому постарайтесь отслеживать эти мысли, чтобы они еще не захватили вас как состояние, когда уже накроет вас с головой вот эти вот чувства. И для этого самый лучший способ – это молитва. Какая же это молитва? Это молитва пасхальная. И монашки рекомендовали ее читать 40 раз. Пасхальный канон звучит так. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Работает просто волшебным образом. Во-первых, вы входите через эту молитву вот в это вот состояние пасхальной радости. У вас включаются внутри все механизмы, потому что это самый важный праздник в году, когда человек действительно соединяется с Богом и как бы переходит на следующую ступень своего духовного развития, если он не зря прожил этот год. То есть как такой зачет идет и эволюция нашего духовного возрастания. И в этот день идет огромный поток благодати на каждую душу. По мере возможности люди эту благодать в себя принимают. И поэтому, если вы хоть раз испытывали вот такое вот состояние пасхальной радости, оно у вас обязательно включится, заработает. И куда вот эти вот все бесы и все эти мысли разбегутся? Проследите это. Не технически выговаривайте молитву, я всегда об этом говорю. А постарайтесь ее даже как бы пропеть, если захочется, хоть внутренне, про себя или там внешне, если обстоятельства позволяют. Если вы не на работе находитесь, а вас никто не видит, например, вы там дома или в уединенном месте, попробуйте это сделать. И вы увидите, что вот этот инструмент будет вас очень выручать. Лучше, конечно, жить так, чтобы себя вообще до состояния уныния не доводить, но всякое в нашей жизни бывает. Так что пользуйтесь вот этим вот пасхальным каноном. 40 раз вы можете его прочитать от всей души, со всей радостью. И в этом состоянии как можно дольше и живите. С вами была Фатеева Елена, духовный психолог. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, если хотите знать, когда выходят новые видео. Живите и радуйтесь. Бог вам в помощь.